на партнера у район центрального круга. Зараз будет, я хотел сказать, долгая передача. Не, вот пробовал перехитрить. И это страта. Жуковский на Куадьо. Сидрик бьет. И такая добрая траектория, ведаете. И переводит мяч на угловый. Голкипер Минску. Добро сгулял Павел Пришивалка. Глядим повтор. На выконанне, кажуть, такие удары. И вот зараз выконал. Направо, там абсолютно один. И вот перед ним зонка есть. Джигера смещается у центр на Куадьо. И то есть, давалось бы, сгубил уже мяч разом с равновагой. Или узнялся, и мяч. А нету только один Евдокимов. И есть махчимость. Так, нема становища поза гульней. Лопес находился на своей полове поля. Под себе убирая, бьет! И гол! Амин Курхели указывает на центр поля. Блескучая контратака гостей. И те не первый момент. И докладно первый удар по воротах. И он становится голевым. А мы с вами вспоминаем, с чего все началось. С подачи, с углового. Вельми дренной подачи с углового Валерия Жуковского. Евдокимов там мяч выиграл поветренную борьбу, запустил, сдолел убегчи и вот забил 1-0. Докладней 0-1 у нас. И вот еще один удар у створ ворота желто-зеленых. Червоно-синий форме сегодня Неман, ой, пробачьте, Минск, конечно же, и эта презентация. Жуковский будет подавать черговый раз. Мы памятаем, чем скончилась минулая спроба голом, але у вороты Неману выиграет. Поветра забели, но але у Минску так, треба покинуть мяч оборонцы фланговому Васильеву, зараз Джигеры. Якима удар и вельми далеко от левой стойки ворот. Аду Минску, ну, зразумело, им менять покуль не матч аго. И атаки там лягчилин. Куадьо. Куадьо, отрымливая передачу на левом фланзе от Жуковского. Подача у штрафную. Два партнера там находилось. Закид на Пасевича. Роман один. Прострел у штрафную. Не. Не тая траектория. Валер Жуковский там выпрыгнул. Опынулись два невысокие футболисты у супрацьборстве за гэтым верховым мячом. Але атаку у него он не здолел развить. А зараз что? Зубович. Есть махчимость для удара. Бьет он. И докладно по позиции прошивалки. Павел блескуча дейничая. Узнял руки вверх так. Вельми динамичный и пригожий момент. Вот давайте зараз поглядим его разом и отзначим, что Зубович все тут зробил этой борьбы. Ну, докладней мяч, то и он после верховой этой борьбы не подхопил, але перешкодил пробить Зубовичу. И пробить, я так разумею. Шрамченко без разбегу, бачите, вот так. Лиевского девятку. Не, ну, конечно ж. Не отрымался, каратей удар, что тут казать. Вот, добрый пол. Лягчилин на Яблонского. Супрот того, Богомольский. Где подача у штрафную на прамку Халеба. А лет там высокий. Ох, Халеб момент! Ну, как же так можно пробить? Амаль за 11-метровые отзнаки. Не под... Глеб Якушевич. Или Неман мяч перехопил. От Жуковского отрымал передачу Халеп и глядите, ну что я сделал? Ну, покатил дальний, так, добро. Окей, сказал Павел Пришивалка, мяч за... У гэты моменте и там Халеп черговый раз на... Дык вось, я скончу там гэты момент, а вы покуль глядите повтор чергового моменту Халеба. Ну, конечно, треба усы правилов. На межи правил. Тому, конечно, треба аккуратно день сейчас. Жуковский налево. Зубович будет прострел вздош ворот. А у нас момент у Минску. И
Удар ад ворот у супрацьборстве. Мяч аж штанги прошел. Глядим, ось такой черпачок. Выловил, сдавалось б, мяч. Мыляется. Шрамченко пошел, выходит у штрафную по фланзе. Прострел 2-0. А докладней 0-2. Як усе сдавалось просто у этой атаки у Минску. Шрамченко прошел по фланзе и так навесил на межу линии площади ворота. И колени помыляются. Ягор Богомольский робить лик 0-2. Так, миновито 10-й номер. И сдавалось, ледь-ледь там. Я думаю, Шукуров так будет подавать. Неудалая подача, але на подборы первый, але Мардон. Удар! И добра гуляя прошивалка. Переводит на угловы там. И, ну, что нагадал в этот момент? Прикладно с этой позиции. Это падение аргентинского легионеру. Арбитр, атака Неману протягивается. И вот смогли. Иван с мячом не сустрелся. Алимардон Шукурау. Будет удар. И за скоком от газону. Трохи нечеканный. Девич. Прошел Роман оппонента. Одного, другого. Уваходит у штрафную. Была махчимость пробить справа. И вырешил ковал его для своей команды. Козлов. И прошивалка. Пришивалка, Павел, футболе в опытный 92-го года народжения. Выник уже зразумелый. Засталось доведаться только кончатковый лик. Удар в выконании футболиста Зубович. Але там добро дейничают, я хотел сказать. Так и есть. Амин Курхели фиксует выник нашей сегодняшней встречи. 0-2. Неман ФК Минск. Гости перемагают на 33-й хвилине. Лопес.